этот рецепт теперь мой фаворит. Куличи панеттоне получаются очень воздушными, ароматными и вкусными. А какая вкусная получается шапочка? Для опары к теплому молоку добавляем сахар, дрожжи, муку, перемешиваем и оставляем на 15 минут. К подошедшей опаре добавляем желтки, сахар, цедру апельсина. Просеиваем муку и замешиваем тесто миксером. Далее добавляем растопленное сливочное масло и продолжаем взбивать миксером примерно 10-15 минут. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 2 часа. Изюм заливаем теплой водой на 15 минут. Воду сливаем, просушиваем и добавляем муку. Добавляем изюм к подошедшему тесту. Руки смазываем растительным маслом и аккуратно перемешиваем. Собираем тесто в шар и делим его на 2 части. Перекладываем формы для куличей. У меня диаметром 11 сантиметров. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на расстойку на час. Для глазури смешиваем один белок, миндальную муку и сахар. Делим на 2 части и смазываем глазурью наши подошедшие куличи. Присыпаем миндальными лепестками и отправляем выпекаться примерно на 40 минут. Остывшие куличи достаем из формы. Разрезала я эти куличи на следующий день. Как видите, они такие же мягкие и воздушные.